Важным элементом является перемещение, уходы с возможной линии атаки. Первый элемент – это нырочки. Берем гирьку за уши и работаем нырочек. Сначала просто в стороны, потом начинаем добавлять уголки. Основная нагрузка должна лечь на ноги, не кланяться за счет ног. Это первый вариант. Если мы добавляем ударную технику, то, соответственно, с гирькой мы ищем вложение, взрывное вложение бедра. Нырнули с перехвата, нанесли боковой. Нырок боковой. Нырок боковой. Нырок боковой. Соответственно, после этого делаем по воздуху. Следующий элемент – уклоны. Уклонились, ручка прикрыла челюсть, перехватили. Уклон, уклон за счет ног, а не просто корпуса. К этому может быть добавлен уход. Раз, раз. Как продолжение, это уклон, например, и апперкот, либо боковой. То есть, раз, перехватили, два. Уклон, апперкот. Уклон, апперкот. Уклон, апперкот или боковой. Ну, соответственно, то же самое делаем без нагрузки. Следующий вариант – смещение шага. Сразу раз, раз, противник идет на нас, уходим, наносим удар, ушли, нанесли удар. Еще один вариант, это через подшаг. Раз. То есть мы уже уходим с линии атаки. Отставляем ногу, наносим удар. Подставили, нанесли удар. И на разрыве дистанции. Раз. Стоим, противник идет на нас. Гирю не через сторону кидаем. Гирю мы бедром бросаем в цель. Находясь перед противником, соответственно. Несется. Основные элементы. С нагрузкой, без нагрузки. Обязательно. То же самое можно работать без нагрузки по цели. Для постановки акцента. Но ключевым будет работа бедрами.